светильник. Потребляет 0,1 ватт. Ночной светильник. Светодиоды на 6 вольт, конденсатор 25 вольт, 1000 микрофарад, резистор 100 Ом, конденсатор 400 вольт, 100 нанофарад. Светодиоды взял от старого испорченного телефона. Вот автономный светильник. И это автономный, но он потом погаснет. Этого автономность где-то несколько минут. Этого автономность несколько дней. В зависимости от сколько будет он заряжаться. Этот уже почти погас. Это еще один светильник. Автономный. Его автономность несколько дней. В зависимости от того, сколько он зарядится. Там применен синий и зеленый светодиод, но в основном светит синий светодиод, потому что его рабочее напряжение немножко ниже, чем зеленого. Я сделал для того, потому что когда вечером, когда темно, я выключал этот свет и становилось полностью темно, и я не видел, где тут нужно открывать дверь, где ключ. А тут предназначен, чтобы когда ночью встать и пойти в туалет, чтобы было видно, куда идти. Этот можно применить по своим нуждам, где надо. Тоже где очень темно. Где нужен слабый свет, постоянный, так он потребляет 0,1 ватт, так он тут много не запотребляет энергии.
есть такая фишка, что тут стоит конденсатор. Вот это. У нас тут нанофарад. И через него идет понижение напряжения. И поэтому становится очень большой реактивный ток. Хоть прибор измерения и показывает, что там реактивного тока нет, но я думаю, что это из-за такой слабой мощности он не может правильно показать power factor, то есть реактивный ток. От того, что тут большой реактивный ток создается. Это почти то самое, что конденсатор параллельно в розетку всунуть. От того, что могут некоторые счетчики этот реактивный ток, что он обратно идет в розетку, не учитывать. А еще и плюсовать его. Для чего ты на самом деле будешь потреблять мало энергии, но они могут его считать, как будто ты потребляешь в каких 10-20 раз больше энергии. Но я точно не знаю, как считают эти счетчики. Или они реактивный ток считают, или они не считают. Насколько я слыхал, что новые счетчики, они не считают реактивный ток. То есть они будут считать, как будто он 10 раз больше потребляет, чем на самом деле. Но даже при таком расчете все равно это как будто 1 ватт